покемон должен что-то делать. Вот смотрите, у моего есть история. Это какой-нибудь разделятор. Смотри. А, то есть вы решили не заморачиваться, типа, да, вы такие. В смысле не заморачиваться? Опять посмотрите на нее. Посмотрите на нее. Каменщик работает 3 дня без зарплаты. Йо, трубопчелики, сегодня у нас с вами продолжение испорченного телефона. Нам очень зашел новый мод «Ледокол», и мы сегодня продолжаем с ним. Так, руки размяли, рисовать приготовились, времени очень мало. Что-то типа странные вопросы какие-то. О, так, все, пойдет. Вопросик у меня, точнее не вопросик, предложение у меня в принципе интересное. Вот, и интересно, что у вас там. Ну хотя я сейчас и так узнаю. О, интересно, интересная тема. Блин, а... Как так? Я, честно говоря, тоже не знаю. Блин, а... В общем, ладно, давайте как-то вот так вот. Но это никто, наверное, не знает, но я надеюсь, что... Ну, какая разница, не обязательно ведь кто-то должен знать ту штуку, которую я рисую, правильно? Главное, чтобы она подходила непосредственно под тему, верно? Ну, да, конечно, почему наверное, нет? Да. Ой, ребят, очень странно как-то это у меня выглядит, но надеюсь... Надеюсь, всем понравится, так. Отменить действие, блин, я не успела. Нижняя стрелочка, там действие, стрелочка вот. Да-да. О, у меня даже к концу получилось похоже на то, что я хотела изначально, а то вообще я думала, что ничего не получится. Блин, я очень долго думала, и в конце концов получилось не совсем так, возможно, как я хотела. И, ну, в общем, потом посмотрим. Агась. Так, тоже вопрос такой, а я вообще, это я сегодня делал, я просто немножко режим сбиваю, поэтому проблемки некоторые возникают с восприятием реальности, но ладно, в таком случае, сейчас вспомнил, действительно, ой-ой-ой, что ж так быстро-то, ладно, давайте напишу тогда все-таки, потому что получается не очень, честно говоря. Ладно, но мы, я думаю, все равно поймем, если что, объяснишь ее же потом, мы же будем рассказывать. Да, все-таки. да, разумеется. В прошлый раз, конечно, у меня еда получилась нам... Ой, ну, елки-палки, ладно, все равно все знают. В общем, получилось намного лучше, вот, ну, в этот раз... Ой, это ты про стейк? Это я про... Да, Вот это что за... Это что за покемон? Реально? Это как понимать вообще? Так, ребят, не успеваю ничего сделать, но выглядит странно, но, честно говоря, это не рисуется вот так вот быстро, мне кажется. В любом случае, я постарался. Немножко, капельку. В общем, насколько это было возможно. О, боже, это очень сложно. У меня вообще какие-то проблемы очень. Ладно, я надеюсь, что... Ну, тут и так... О, это было все! Ну, да, вообще. Ага. Че, поехали. Ага. Это автоматическая штука была. У меня там должна была быть еще звездочка. Ой, звездочка. Ну, короче. Ты сразу все поняла. Я разрисовать. Ой, ничего себе. Ничего себе. Кривая чуть-чуть, без лица. Какая получилась уже. Да. И вы собрали хорошую компашку, честно говоря. Кстати, да. Между прочим. Может быть, даже какой-то мультик. Агась. У меня там должна быть ракушечка красивая, но я не успела ее дорисовать. А вообще, это у меня должен был быть Патрик, но я забыла, как он выглядит. Поэтому я решила, что и так пойдет. О, это я первая рисовала. Я надеюсь, понятно, что это? Да, это красная рыба и черный хлеб. Да. Вот если бы не черточки вот эти вот, то не понял бы. Ага, вот я даже их в конце только придумала и думаю, роллы как круто. Ела сегодня. Что, вкусно было? С шоколадом? Вкусно, да. Я думаю, все-таки это два отдельных блюда, потому что равнозначные. Конечно, отдельные. Объясни, почему ты ел сырую пасту, макароны из коробки? В чем проблема? Это... Я заказал просто ее. И тебя привезли сырую. Почему сырую? Она готовая, ну, в коробочке. Ты лапшу в коробочке не ела, типа, знаешь, азиатскую. А это разве вот не вок уже, получается? Нет, это не вок, это не вок, это просто паста. То есть, типа, короче... А какая? В такой же карбонара. А, о, да, это вкусно. Все, я бы тоже поела. Но... Вот, Ёж, если бы ты не объяснил, я подумала, что ты несчастный ел сырые макароны такие прям дубовые. Ой, коробки. Еле, даже вилка плохо воткнулась. Даже вилка плохо воткнулась. Да, так в том-то и дело.
Так, ну что, давайте дальше. Ага, спасибо тебе, Лана, огромное. Да, вообще, это я не успела, я очень долго соображала, и, в общем, получилось вот. Ой, ну, нормально, Покемон. А что он делает хоть? Он просто улыбается, и это у него рожки, если что. Так нет, а что, ну, покемон должен что-то делать. Вот смотрите, у моего есть история. Это какой-нибудь разделятор. Смотрите, видите, у него вот так вот разделено лицо, да. И вот, и у него тут аура из таких разделенных штучек. И, короче, одна рука у него вот так вот разделяет, а другая рука, я не придумал. Может, соединяет. Может, соединяет, но это не точно. Это как ножик и клей. Знаешь, да, как бы разделяет, да, и соединяет. Реально. Реально. Я думаю, что мой покемон стреляет глазами при помощи лазера. А еще он дьявол. Вот так вот. Да, да, да. Дьявол лазеромет. А еще он твоего покемона убьет. Вот так вот. Слушайте, у Евы очень классный покемон, но что он делает? У меня очень добрый покемон, он у меня настроен на то, чтобы всех накормить пельменями. А, ну это было логично, в принципе. Ты не можешь об него уколоться, ты если только возьмешь с него пельмешку, и все равно будешь доволен. А новое вырастет? Причем еще готовые. Конечно, конечно. Ну тогда ладно, тогда хорошо. Так, и последний альбом. А. Вот тут мне очень посмотреть интересно. Ой, это было сложно. Как... А в смысле? Что? Украинская какая песня? Какая Украина? Это сёртинг на берегу океана. Это песня такая есть, ясно вам? Все понял. А, то есть вы решили не заморачиваться, о, типа, да. Вы такие... В смысле не заморачиваться? О, это текст песни. А я не знаю никаких таких. Все понятно, короче, все понятно. Текст песни. У меня вообще аккорды даже есть. Я уверена, что есть песня с такими аккордами, потому что это обычные стандартные аккорды. Наверняка есть. Ну что, ребят, давайте в таком случае еще один ход. Надеюсь, что сейчас тоже будет интересно. Слушайте, ну у меня интересное предложение получилось. И, ага, в принципе, довольно интересное предложение у меня сейчас здесь. Но это очень сложно на самом-то деле. Блин, ребят, я даже не знаю, правда. Так, ребят, время кончается. Но... В общем, я немножко схитрил. Самую малость я схитрил. Вот, надеюсь, осуждать вы меня не будете. Но это единственное, что я смог придумать. Больше ничего в голову реально не шло. Вот, серьезно. Но я объясню потом, почему так. Я объяснюсь. Я и тоже цвет немножко свой тоже объясню. Ага, я тебя понял. Хорошо. О, я знаю, это я знаю. Это я прям точно, стопроцентно знаю. Что-то какие-то злобные хихикали. Мне просто попалось кое-что, я даже не знаю. Забавно, особенно учитывая, что я нарисовала в прошлый раз, вы потом поймете. Вот на самом деле то, что я сейчас рисую, можно нарисовать очень много всего. Но, к сожалению, мне только одно пришло в голову. Я очень боюсь, что Ульяна нарисует то же самое, потому что Ульяна может нарисовать то же самое абсолютно. Серьезно? Мне же стало интересно, что же там. Ну, вот это мы потом, я думаю, что узнаем. Опять я вот это начинаю буянить из-за того, что я долго рисовал. Я не помнил, как рисовать вот это вот. И из-за того, что я не помнил, я начал фантазировать. Из-за того, что начал фантазировать, у меня получается все очень плохо. Но это опять еще одни парные аватарки, мне кажется. Так, вот это все вообще супер просто. О боже, как же это сложно. А вот, поменялись мы с тобой местами, похоже. Боже, ребят, почему мне все так странно получается? Я не знаю, надо серьезно, надо взять курсы рисования, потому что это какая-то жесть, это уже даже не смешно, это уже просто больно смотреть, мне кажется, на это. Давайте просто не будем, не надо лишних слов. О, это интересно. Если честно, вот сейчас я объясню. Это домовенок Кузя. О, интересно. Единственное, что я успела вспомнить, что это домовенок Кузя. Так, это Карлос? Да, я думала, Ульяна его нарисует. Блин, точно. Блин, прикольно. Могла никого придумать. Слушайте, реально было очень сложно. Но дело в том, что я рисовала сначала другой рисунок на другую тему, а потом вот этот. И вы просто сейчас, ну, просто заметите, как Лан рисует мышей. И просто одинаково абсолютно. Я уши забыла. Они спрятались за волосами, все в порядке. Ну да, ага. Да, ну, слушайте, у Ланы реально так красиво выходят мышки, капец. Да,
особенно вот сосиска тогда такая красивая была. О, спасибо. Кстати, да, вообще просто. Так, ну что, давайте дальше, поехали дальше. А, вот, да, проблема. Это меня, да, меня тоже подвело, если честно. Вот смотрите, сначала это был лайфхак, я потом объясню, давайте посмотрим на все рисунки. Так, Ульяна. Ага. А, я понял. Да. Интересно. А тебе, значит, нравились такие штанишки. Я понял тебя. У меня ёж, они до сих пор где-то в шкафу лежат с рваными коленями. Прям такие. Я их носила когда-то, да, но сейчас уже нет, потому что очень странно. Холодно. Не, ну бывают стильно порванные штаны, но вот именно такого цвета, вот такие, ну короче, я пыталась передать именно максимально. Именно на коленках типа, да? Да. Не, я помню такое, когда они прям стали супер-супер прям такими заходящими, вот, но я, у меня, честно говоря, ни разу таких не было, я решил их не брать, вот так-то. Так, теперь смотрите, рассказываю. Давай объясняй свою морковку. Это ты морковка! Мне кажется, какая кабачок, морковка? Нет? Кабачок, все правильно. Почему? Молодец, Ульяна. Это кабачок. Это кабачок. Почему это на раннем? Мне не нравится кабачок. Да потому что я не придумал, какой у кабачка цвет. Я не знаю, какой цвет у кабачка. Зелененький. Блин, короче, в прошлый раз я рисовал фиолетовый, действительно, фиолетовый баклажан. Вот, а я хотел сказать, что типа, ну вроде бы они уже не нравятся, а потом думаю, да нет, вроде нормально. И я пытался вспомнить, что же мне не нравится, и я так ничего и не придумал, а потом вспомнил, что как обычно, когда сезон, так сказать, заканчивается летний, все любые, мне кажется, родители или бабушки, дедушки, те, кто там на даче выращивают вот это вот чудо, сие чудо, они такие, так, только ну вот зеленые. На тебе 3 тонны с собой, вот с собой возьми 3 тонны, вот... Ничего страшного, салатик какой-нибудь сделаешь там, ну, с чесночком долбанешь. Я люблю их. Просто люблю ненависть какой-то момент сразу. Леша, короче, нам с Ланой пересылай. Да, пересылай нам кабачки все, которые тебе... 3 тонны кабачков будет выслано, конечно же. Идеально, да, я с удовольствием. Хоть 4. О! Так, дальше. Ульян, объясняй. Вот это вот... Ну, а что, тут все понятно, давай. Ручка. Которые в одной ручке содержится очень много цветов. Ага. Вот, ну, штучек 5, от 3 до 7, наверное, там. Ага. Это не лет, а именно вот, знаете, ручек, вернее, краски. Короче, в общем, ага. Стержни разного цвета. И раньше они мне очень нравились, сейчас что-то совсем разонравились. Во-первых, они очень большие, громоздкие, и писать ими не очень удобно. И стержни там тоже не очень такие хорошие. В общем, а еще не втыкаются, и не вытыкаются. И не втыкаются, да. Кстати, да. Проблема. Ну, в этой игре, кстати, помогли бы нам такие ручки, если бы мы играли в жизни. Так, вот, офигенный, хотел сказать, вопрос, офигенное предложение. Это что такое? Такое я знаю. Смотри, у меня тоже прикольное. Кто угадает? О, я знаю, это обниматель пант. Да, все правильно. А что, каменщик? Работает 3 дня без зарплаты. Все правильно? А что тут? Все правильно. Именно так. Так это не редкость, Ульяна, это совсем не редкость. Блин, а это Ёши каменщик. Это я каменщик, это редкость, это супер редкость, потому что я не каменщик. Ладно, засчитано, Ульяна. Спасибо. Смотрите, обниматель пант, это реально есть такая штука, реально существует. Я не помню, честно говоря, для чего это, но я точно помню, что это вот на полном серьезе существует. В смысле для чего? Чтобы панды не грустили? Не-не-не, там какой-то прям жесткий смысл был. Я конечно, могу погуглить. Короче, это не для того, чтобы мне грустно было. Не грустно, это понятное дело. Имеется в виду, что смысл там в том, что такие панды растут без родителей, и типа чувак просто ходит и обнимает их, и им становится хорошо. Вот так-то. Так, ну вот то, что Ева нарисовала, тоже супер понятно, тоже слышал как бы какое-то время назад. Прикольно, действительно редкая профессия, и сложная, и важная, разумеется. Я хотела так работать. Да, это здорово. Ну там очень холодно. Ходишь, ищешь пингвинов, которые упали. Ага, тряхиваешь такой, ну иди давай. А он опять падает, представляешь, и ты до вечера так с ним, а он просто неуклюж. Это, кстати, с хохолком такие, не знаю, золотые, короче, самые королевские, такие классные. Да, королевские вот пингвины, они такие прям самые популярные. Падают чаще, да? Не знаю. Так, ну что, погнали дальше тогда. И это последний наш альбом. Животное в сапогах. Так, не смейтесь, когда увидите, что я там делал. Опять посмотрите на нее. Она, боже мой, идеально.
Ладно, у меня то же самое, но немножко иначе. Смотрите, я сначала нарисовал вот это вот убожество. Вы не заметили, надеюсь, его. Это был поросенок, или я даже или собака, или что-то вот вместе взятое, скажем так. И получился вот такой вот гусь в сапогах, по-моему, чудесно. Вообще симпатяга. И смотрите, он улыбается, довольный. У вас опять. О! Очередные парные аватарки. Друг дайте, да. Подождите, а что у меня там была за парная аватарка? Сейчас, минуточку, надо вернуться. По-моему... А, вот же парная аватарка. Вот, ага. Смотрите. Тыц, тыц. Все, ребят, пожалуйста. Короче, вот такие вот, хотел сказать, парные аватарки. Нет, вот такие вот у нас сегодня рисунки получились. Пишите в комментариях, что думаете вообще об этом моде. Заходит он вам или нет. Потому что мы вот второй раз уже, причем второй день подряд в нем. Потому что, ну, очевидно, нам зашло. Можете, кстати, даже написать в комментариях какие-нибудь интересные штуки, которые можно было бы нарисовать. А на сегодня это все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, на колокольчик нажимайте. И всем пока! 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 Пока!